Чувашия успешно провела тестирование сведений в системе межведомственного электронного взаимодействия по линии Федеральной миграционной службы. Работоспособной служба оказалась также в Мурманской, Калининградской и Магаданской областях, хотя запросы были направлены во все 83 субъекта. Сейчас в Чувашии к системе межведомственного электронного взаимодействия подключены 14 социально значимых государственных и муниципальных услуг. К началу февраля их количество достигнет 96. В электронном взаимодействии участвуют 15 органов исполнительной власти Чувашии, 26 районов и городов, а также 291 сельское поселение. Жители республики уже могут получать сведения из налоговой инспекции, справки о прохождении службы в органах внутренних дел, о пожарах. Минстрой через систему межведомственного взаимодействия выдает разрешение на строительство объектов, находящихся на территории двух и более муниципальных образований. Минздравсоцразвития назначает и выплачивает ежемесячное пособие на ребенка, предоставляет субсидии на оплату услуг, а также другие сервисы. С помощью этой системы в Шамуршинском районе можно подать документы на усыновление. Наиболее важное это, конечно, для нас Росреестр, ФНС. Всю прошлую неделю запросы посылались от Росреестра, и по ряду сведений они проходят. То есть есть позитивные моменты. Как уже сообщалось главой Минкомсвязи России Никифоровым на ВКС у премьер-министра Медведева, почти, то есть наиболее популярны сегодня 24 сведения по межведу. И 90% это обеспечивает как раз пенсионный фонд, Росреестр, Федеральная налоговая служба, фонд соцстраха.